Хоккейную коробку построили в селе Сосновка Елизовского района. Именно такой объект благоустройства выбрали местные жители в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». На бетонном основании уложено покрытие из резиновой крошки, так что площадку можно использовать и летом. Кроме того, коробка оборудована освещением, поэтому спортом можно заниматься и в сумерках. На данный момент это единственное подобное место на все село. То, что сама появилась коробка, хорошо. У нас была коробка вот за нашим техникумом 2 года, пока следили этот, а потом перестали ее чистить. А студенты ленивые, и поэтому все это потихоньку и заглохло. Хоккейная коробка построена на участке площадью 800 квадратных метров за 8 миллионов рублей из краевого бюджета. Это один из 75 объектов, которые должны обустроить в этом году до середины октября. Площадки для благоустройства в следующем году камчатцы выбирали с 17 по 19 сентября этого года. На голосование по этому проекту пришло почти 44 тысячи человек. Довольно серьезная цифра для Камчатского края. 21% от тех, кто был внесен в списки избирателей, имеющих право голосовать. И жители выбрали по одному объекту благоустройства в каждом населенном пункте, который в обязательном порядке в следующем году будет реализован. До 4 октября мы подведем итоги голосования, получим все протоколы, оригиналы комиссий, которые на местах проводили голосование. Затем властям на местах предстоит составить смету, по которой уже в следующем году будут расходоваться средства из краевого бюджета на благоустройство новых территорий. Напомним, «Решаем вместе» – это региональный проект, предложенный Владимиром Солодовым, в рамках которого на Камчатке строят спортивные объекты и скверы, возводят остановочные павильоны и площадки для сбора мусора, создают другие объекты благоустройства. Где именно это происходит, решают сами жители края. Информационное агентство «Камчатка».